Хей, йогайс, мишеньки, мы продолжаем родить игру. Может, даже скорее точно мы начинаем заканчивать игру под названием Slain. Потому что мы убили босса, и у нас всего лишь один уровень. Это вот этот. Ледяные холмы мы прошли. Ледяного босса победили. И теперь у нас Великий Чертог. До времени раздора Великий Чертог был дворцом правосудия, где жители старой страны ждали справедливости и уважения. Теперь в огромных залах лишь вопли призраков отдаются эхом, и слов закона нет места оскверненным арками. Ну что, поехали. Ну там у нас был лед, огонь. Это место пахнет чудесными косточками. Через башню ты пройдешь к замкнутому мосту. Вархохт охраняет парочка огромных сценосцен скелихов. Чё? Они сильны, но не страшись, лёд отражает их магию. Не пытайся сбежать от них. Ты не дождёшься до момента, когда сможешь пожалеть об этом. Ничего не понял, но, короче, как я понял, будет два босса скелета. Мне бы сейчас сейф найти. Либо я мог бы просто это место бы тогда пробежать. Я не знаю, что за херня, я знать не хочу. Это он за вот этих скелетиков говорил. Вэй. Сколько тебе ударов надо? А чё я туплю? И много ударов я делаю, потому что, блядь, я огнем огонь убивал. А надо было льдом убивать его. Так бы я намного быстрее его убил. На тебя, глупый.
3. Ну, за 4 удара. А тогда я ему сколько нанес? Тогда я ему нанес 9 ударов. Мне все равно интересно, чтобы как что за способность мне бы дали. Ой, подожди, там есть спуск вниз. Нет, нету. Короче, просто проход с ловушками. Ловушки на самом деле безобидные. Типа как-то так. Ну смотри, теперь мы используем 3 мяча с вами. Челик довольно опасный. А если быть точнее, то очень опасный. Сложно, я вот думаю. Сейчас пропусти один удар и ГГ. Четыре парировки надо. Нужно всегда ждать западню. А, все? Неплохо. Очень неплохо. Бу, никто здесь не пройдет. Изди дебес, не стоит тратить мое время на столь ничтожное прислужника. Как грубо, мой друг научит тебя хорошим манерам. Бу, сейчас ты пожалеешь о своих словах. Thank you.
в принципе... Я не пойму, как он атакует. А, то есть урон только наносится к красному черту. Понятно. Вообще не сложный. Единственный, кто был из сложный из босса, это вот та летающая хуйта. Если по факту. Не пойму немножко. Можно ловить в этот момент, когда он прилетает под низ и делает два удара. Нужно сначала его загнать на мою сторону. Этого демоноида. Так, удар сейчас будет. Так, два удара, давай. Ай. Так, теперь он по три атаки льда делает. Ну, огнем.
Вот то, что он далеко уходит, это плохо. Блядь. Я не успеваю ему нанести урон. Он отходит туда, куда мне не нужно. А я не успеваю контролировать. Ну слушай, в принципе, можно обычными атаками, вот этими струями, его запинать. Фиг знает. Когда он... Они вдвоем пуляют, я вообще... Давайте, может... Сейчас я знаю, что мы сделаем. Смотрите. До третьей фазы мы и дойдем. Третьей фазы мы дойдем. Ау. Короче, мне нужно энергию. А сколько полностью атака стоит? Заряженная, я имею в виду. Да вообще нихера. Такое, ладно. Главное знать, сколько ты полностью урона нанесешь. А там посрать.
Здесь он, конечно... А, нихера ты умный. Молодец. Так, а чё мне энергии не хватает? А парировать я вообще ни хера не могу, как я понимаю. О, боже мой. Сложно. Виноват, что он сильный такой. Ну, он вообще не сильный, но мне главное, чтобы он вовремя не попадал вместе с этим скелетом. Вот если бы его спринт атаки бы до меня добежал, ну то есть попал, то я бы сдох. Но мне повезло. Появился портал. Ну что, на этом мы тоже заканчиваем. Это оказывается не последняя серия. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.